Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для джейлбрейка. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Буду использовать Aspens. Смотрите, тут есть две кнопочки. Aspens и Aspens Premium. Premium это если он у вас только куплен, он будет работать. А так как у вас пока что, допустим, не куплен премиум, вы нажимаете вот на эту первую кнопку Aspens. Вот у нас появляется чит. Все отлично. Вот так вот выглядит. Fast команды есть. Также Dark Dex. Очень, кстати, полезная штука для создания скриптов, если вы делаете скрипты. Так, тут настройки. Тоже основные все функции. Отлично. А return это перезагрузить. Давайте я вам покажу. Так, ну, как видите, все работает. Так, скрипт хаб. Ну, довольно много скриптов. Отлично. Так, ну, значит, заходим в main. Здесь у нас inject, xcode, также открытие файла, сохранение файла и стереть. Так, вот это давайте сотрем. Нажимаем inject. Также здесь работает автоинжект. Ждем, пока у нас заинжектится. Так, все отлично. Так. Теперь давайте заходим в скрипт хаб. И нажимаем вот здесь GUI. Так, все, скрипт активировался. Вот он появился. Самая прикольная функция здесь мне понравилась, смотрите. Alt плюс клик Delete. То есть вы нажимаете Alt, потом кликаете, допустим, сюда, и вот здесь удаляется стена. Как видите, вы можете пройти. То есть сейчас я не могу пройти, а вот здесь стены нет, я могу пройти. Ну, довольно прикольная функция. Можно, получается, что хотите удалить. Так. Сейчас почему-то не работает. Странно, наверное, только на зданиях. А, я Ctrl нажимал просто. Тьфу, ты перепутал. Так, извиняюсь. Так, давайте здесь попробуем. Ну, как видите, в принципе, все работает. Так, идем дальше. Walk Speed. Нажимаем и включаем на X. Как видите, все работает. Отлично. Также Gravity есть. Такой вот у меня довольно большой прыжок. Также можно его отключить. Видите, ноуклип тоже работает. Так, только он, конечно, не с первого раза включается, но он работает. Так, давайте сейчас мы появились, получается, в тюрьме. Так, давай вставай, неваляшка. Так, что за фигня? Очень странно. Давайте еще раз умрем. Так, и почему-то я появляюсь вот здесь. Полу застреваю, я не знаю почему так это происходит. Очень странно. Так, давайте еще раз умрем, последний раз. До записи видео я проверял, у меня было все нормально. Сейчас я почему-то застреваю в полу. Вот это очень странно. Так, ну, как видите, значит, ноуклип нежелательно использовать. Давайте я сейчас перезайду, и мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. Значит, открываем заново скрипт наш. Так, идем дальше. Jump Power. Это получается у нас бесконечный прыжок. Давайте выходим на улицу. Как видите, все работает. То есть я могу бесконечно прыгать. Можно также просто зажать пробел, и вы будете бесконечно прыгать. Не нажимая на кнопку. Так, ну, в принципе, функция довольно прикольная. Потом Remove All. Это, так понимаю, удаляется все. Только я до сих пор не понял, как это работает. Но, может быть, это удаление дверей идет. Но не факт. Ну ладно. Не будем на этом зацикливаться. Идем дальше. Покажу в основном только основные функции. Так, CarFly. Окей. Давайте, значит, возьмем сейчас машину. Вон есть. И включим эту функцию. И также заодно проверим Infinity Nitro. Так, бежим. Я надеюсь, меня никто не арестует. Опа. Там полицейский. Уезжаем быстрей. Так, все отлично. И включаем эту функцию. Так, что произошло? Меня выкинуло. Уезжаем быстрей. Так, я не понимаю, почему меня выкидывает. Это очень странно, по крайней мере. Я не понимаю, что происходит. Походу, кто-то читы, наверное, использует. Тоже как я.
с авторестом, мне кажется. Так, окей. Давайте спид тогда включим. Добежим опять до нашей машины. Так, я не знаю почему, я не понимаю, почему меня выкидывает. И этого челика тоже выкидывает, как видите. Да, все-таки у нас читер в тиме. То есть у меня на сервере. Он, получается, автоматически арестовывает всех. Ну, тогда давайте убежим. Сейчас найдем какую-нибудь другую. А, вроде бы как с телефона нельзя вызывать, если не ошибаюсь. Так, где бы нам сейчас машину найти? Так, давайте тогда на базу. Нашу сейчас прибежим быстренько. И попробуем проверить эту функцию. Так, база, если не ошибаюсь, где-то находится вот здесь вот, по идее, должна. А, нет, вот она, все, нашел. Отлично. Просто давно уже не играл и забыл. Так, ну все, мы почти добежали. Так, и где наши машины тут? Угу. Ясно, понятно, меня арестовал читер. Ну, прикольно, что сказать, прикольно. Ладно. Так, ждем сейчас, пока нас выпустит. Давайте сейчас тогда тпхнемся просто, чтобы он нам не мешал. Значит, тпхнемся сейчас к ювелирке, получается. Тут два телепорта, ин и топ. Так, нажимаем. Это мы тпхнулись, получается, в саму ювелирку, но она сейчас, походу, недоступна просто. Туда нельзя тпхнуться. Так, ну вот сюда вот получилось, отлично. Так, давайте, значит, бежим. Садимся в машину. Я надеюсь, нам читер не помешает, как в прошлый раз. Но вот сейчас все нормально. Меня пока никто не выкидывает. Включаем CarFly. Так, и как нам полететь? Мне интересно. Так, на F. Но на F, кстати, не работает. Так, я встрял, да? Ничего, отлично. Так, а нитро у нас используется на что? На Q? Да, на Q, отлично. Ну, давайте тогда сейчас Infinity Nitro проверим. Включаем. Так, ждем, пока у нас закончится оно. Долго, конечно, очень кончается, но это, наоборот, на руку, кто любит поездить с нитро. Так, ждем, пока у нас до конца потратится. Я не знаю, как долго это будет. Давайте чисто тут встанем. Так, ну-ка. Ага, все перестало работать. Окей, давайте еще раз включаем. Может быть, эта функция даже не работает. Так, нажимаем на Q. Ага, эта функция не работает. Значит, CarFly, скорее всего, тоже не работает. Ну ладно. Так, давайте возьмем оружие тогда. Пистолет. Так, вот он взялся, как видите. Появился у меня шотган. Так, ага, шотган мне нельзя. АК-47. Калаш. Ага, его вообще взять нельзя. Окей, давайте глайдер проверим. Глайдер мы можем взять, отлично. Так, давайте проверим, работает он или нет. Ну, как видите, отлично, все работает. Круто. Так, ну, что тут у нас? Остались телепорты. Давайте тпхнемся в музей. Так, этот телепорт не работает. Так, этот тоже, походу, не работает. Окей. Либо же нужно просто сесть в машину. Угу. Значит, на музей не работает. Окей, банк. Ну, банк, как видите, все сработало, отлично. Ну, вот, в принципе, у меня на этом все. Скрипт, конечно, такой себе. Половина функций работает, половину нет. А использовать решать только вам. Типа, будете вы его использовать или не будете. Ну, вот это ваше личное мнение. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.